Я здесь встретил свою будущую жену. Мы создали замечательную семью. Мы здесь родили детей. Теперь у меня уже внуки. Поэтому город Улан-Удэ для меня, он такой родной, близкий и хороший. В 17 году первые какие-то дни были, я начался с работы, пошел просто пешком посмотреть город. И шел по Арбату. Это, повторюсь, были первые какие-то дни. На Арбате было очень много людей, было очень много молодежи, хотя это был не выходной, это был рабочий день. И все были в отличном настроении, а я просто шел и смотрел. Я думал, какое классное место я попал. Здесь так здорово. Это воспоминания и ассоциации первых лиц Бурятии о столице республики. Ими они поделились во время поездки на одном из 14 новых волгобасов. Там им представили проект аудиогидов «Сайн-У». Это как раз возможность жителям узнать что-то новое о городе, но не от, просто от кого-то, да, из книг или там Википедии, а от таких же, как ты, жителей города. Всего в проекте поучаствовали 80 улан-удэнцев. Все аудиорассказы уникальны, часть записана на русском, часть на бурятском языках. С 2016 года я проработал в компании «Цирк Дю Солей». Вот, и недавнее время прибыл на родину. В первую очередь меня привлекло сложные задания. И во-вторых, наш родной язык, на котором я рассказал историю. Это была история из детства. Я вырос в районе автовокзала. И в 1998 году был большой потоп. Мы, дети, помогали взрослым. И я помню, вот четко это воспоминание, когда скатывали с горки. Я смотрел на театр оперы и балета, и мне казалось, что это... В фоне этих огней, что это что-то сказочное, это замок. Я всегда думал, что это замок. Вообще аудиогид – это такая тоже интересная история, возможность жителям рассказать какие-то неизвестные факты о городе, связанные с любимыми местами, с достопримечательностями, памятниками города. И как-то это все через свою пропустить личную такую историю. Послушать историю аудиогидов можете и вы. С 15 сентября в волгобасах Улан-Удэ появятся плакаты проекта. Первые наклеили Алексей Цеденов и Игорь Шутенков. Студенчество я выклеил. За деньги? Дома! По несколько раз. Ну тогда профессионалы, да? Проект по созданию аудиогидов реализуется государственной корпорацией развития ВЭБ-РФ и государственной транспортно-лизинговой компанией совместно с Центром креативных индустрий ХЭП-ХАП. Возрастное ограничение 6+. Антон Симонов, Артур Зержевич, телекомпания АТВ.